Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся на территории больницы города Прохладного. Так как у нас больница закрыта на данный момент два отделения, то нам очень много пишут наших граждан с просьбами разобраться и с обеспокоенностью, что у нас не работает хирургия и травматология. Сегодня мы находимся на территории больницы. Мы поговорили с главврачом, выяснили следующее. Хирургическое отделение и травматологическое отделение закрыто в связи с тем, что врачи на данный момент находятся в госпитале с коронавирусной инфекцией, временными листками нетрудоспособности. Как нам пообещала главврач, это мера временная. В помощь к фильтру, который мы с вами только что могли наблюдать, здесь открыт амбулаторный центр диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. И все пациенты с симптомами могут обращаться сюда. Вход находится со двора напротив госпиталя. Дорогие друзья, будьте здоровы, не болейте. Сейчас поговорим с врачом. Узнаем, что здесь. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы находимся в амбулаторном центре нашей поликлиники. Здесь открыт дневной стационар. И сейчас мы поговорим с старшим терапевтом. Диана Мухамедовна, правильно? Альбина Мухамедовна, которая нам расскажет, что это и для чего это, и вообще зачем это сделано. Здравствуйте. Амбулаторный центр открыт на базе нашей поликлиники. Это центр для диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Центр работает в две смены у нас с 8 утра до 7 вечера. Сюда могут обращаться пациенты с симптомами новой коронавирусной инфекции, с температурой, потерей обоняния, кашлем, одышкой. Тут же на месте проводится взятие мозга на ПЦР, на обнаружение РНК-вируса. Также отсюда сразу пациенты при необходимости, если есть показания для КТ, сразу направляются на КТ органов грудной клетки. Если пациенты поступают с патологией сердечно-сосудистой системы, есть тут же в кабинете, есть аппарат ЭКГ. Медсестра сразу может снять ЭКГ, а доктор посмотрит. Это плюсом госпиталю, да, сделано? Да, это в помощь терапевтам на приеме и в помощь нашему фильтру. У нас работает также и фильтр, также работа не приостановлена. Больные могут и туда обращаться, и в амбулаторный центр без записи предварительной. Значит, пациенты с симптомами коронавирусной инфекции не должны идти в поликлинику. Да. Они должны идти либо на фильтр, да. Либо сюда. Да, правильно? Да, правильно. Вот так, дорогие друзья, если у вас симптомы коронавирусной инфекции, температура, одышка, кашель, вы не идете в поликлинику, вы идете либо на фильтр, либо сюда, в дневной стационар. Правильно? Да. Вот где так. У нас открыт амбулаторный центр и вход в центр со двора. Да, вход в... Ну, мы покажем вход откуда. Вход в центр со двора. А здесь вот у вас кровати стоят, здесь лежат пациенты? Пациенты тут дневного стационара, которые приходят в две смены также и получают процедуры внутривенные, внутримышечные, и потом ходят домой. Это у кого более легкая стадия, да? Да, да, да. Хронические заболевания, которые в период обострения приходят, которым не нужно круглосуточное наблюдение, приходят к нам в дневной стационар. Понятно. Ну, спасибо. Пожалуйста. За подробное пояснение. Пожалуйста, всем здоровья. Всем здоровья, дорогие друзья.